Бабам. Баба-пара-папам. Пам-парам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. Так, привет, дружище, меня зовут Саша. А что у нас получается? Хочу вас попросить сразу взять, поставить лайк. В любом случае, это видео посмотрит пару тысяч человек, а может быть вообще тысяча человек. Но если каждый, кто его смотрит со старта, поставит лайк, то будет интересно, ну, по крайней мере, мне. Я, конечно, не надеюсь, что это видео продвинется куда-то, но тем не менее, давайте попробуем набрать максимальное количество лайков. Я буду вам за это очень благодарен. Тем более, это касается тех людей, кто ждет выпуски по Бравл Старс на моем канале. Нахожусь на аккаунте подписчика. Здесь я уже, кстати говоря, уже присутствовал. И, если я не ошибаюсь, в прошлый раз мне тут не повезло. Я много бойцов не выбил. А, скажем так, ну, здесь бойцы, и вы в комментариях начнете меня поправлять, что браулеры. Но посмотрите, 13 из 23 браулеров. Ну, реально мало. То есть ни одной леги, вообще толком ничего нету, ни эпика. Очень все жестко. Потому, ребятушки, держим кулачки. Надеемся здесь что-то выбить. Так, давай сразу начинаем. Вольт, Нита. Окей. Давай, тоже забираем. Ну-ка. Потому что, ну, реально, я не знаю. Может быть, я одного здесь выбил. Так, кого здесь прокачивать? Давай, не знаю. А давай это прокачаем, когда вот кто-то выпадет. Тогда мы возьмем, на самом деле, ребят и прокачаем. Единственное, что я сейчас возьму тут кое-какой файлик, удалю. Потому что я боюсь, знаете чего? Я боюсь того, что... блин, ладно, короче. Нормально все будет. Фух. Погнали выбивать, ребят. Давай с больших начнем. Ну, будем чередовать. Боюсь, не хватит места мне для записи этого видео. Потому что, блин. Что-то у меня компьютер, скажем так, файлами да подзасрался. Так, надеюсь, мы сегодня сломаем систему и все будет хорошо, ребята. Меня попросил хозяин аккаунта не материться, не ругаться, сделать это. Опа-па-па-па-па-па! Мортис. Это первый миф, короче, на данном аккаунте. Ёлки-палки, поздравляю хозяина. Замечательно. Замечательно. Будем надеяться, что еще что-то выпадет. Первый миф, ёлки-палки. Уже, скажем так, это видео записывается, друзья, не зря. Давай дальше, погнали. Опа! О, Лего! Лего! Это Лего, ребятки! Это Лего! Что я могу сказать? Я очень рад, друзья. Вот прям дико рад. Вот прям вообще. Вот невероятно рад. Так, надо подсобраться. Давайте идем дальше. И сразу моментом, да? Моментом выпало, ребят. Ну кто там лайк-то не поставил? Сразу Лего, сразу на два бойца больше стало. На два браулера. Уже второй подряд, скажем так, роллинг. Роллинг, открытие боксов, не знаю, как правильно называть, уже приводит к тому, что мы кого-то выбиваем, и, в принципе, достаточно неплохо. Не зря парень все это дело копил. Так. Слушай, у меня кактуса нету. Я по себе на основной аккаунт хотел кактус. Давайте так, если мы наберем 1000 лайков, ребят, то уже завтра я выкладываю видос про свой аккаунт. Там, где я буду открывать кучу мегабоксов. Там, где у меня накоплено около тоже, ну, примерно столько же боксов, где-то около 60-70. Может, мне там тоже повезет. Давайте, 1000 лайков и все. И сразу же выходит видос с моего основного аккаунта. Все, у меня как бы единственный аккаунт всего. Слушай, блин, как я рад за... Как я рад, ребята. Как я рад. Вообще огонь. Просто топчик. Давай дальше. Давай дальше, друзья. Ну... А если наберем 2000 лайков, то еще одна Лего выпадет. Супербайт от меня, да, ребятушки?
Просто супер байт от меня. Реально второй подряд роллинг с Легой. Роллинг, открытие боксов. Все по-другому называется. Давай, давай, давай еще кого-нибудь нам. Ну, потому что реально тут 13-13 бравлеров было. Но это ж не серьезно, нужно больше. А говорят, копить не стоит. Видишь, все-таки копили и нормально. Ну, единственное, видишь, когда ты копишь, когда... Вот знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у меня, наверное, звук в игре дико громкий, да? Так, ребятушки, если было все очень громко, да, все звуки и так далее, я перед вами извиняюсь, потому что я тупанул, поставил все в одну дорожку писаться. Сейчас будет нормально, если будет. Было до этого слишком громко. Ну, короче, главное что, я не знаю, главное душевность. Давай продолжаем выбивать, ребят. Да, если хотите оставить заявочку на открытие Бравл Боксов, там есть ссылочка в описании, заявки на роллинг. Вот прям там и оставляйте, просто пишите инфу. И все будет нормально. Я с вами свяжусь. Так, ссылочка в описании. Все в описании, ребята. Ну. Давай, давай, давай. Ну-ка. Так, прокачаем немножко кактуса. Сколько тут еще осталось-то, а? 3 гема. Давай большой откроем. Ну. Так, давай, давай, давай. 1000 лайков, ребята, набираем, и я сразу открываю все накопленные ништяки на своем аккаунте. Я там и 4000 силы взял, все очень круто. Давай, 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 давай. Ну-ка. Давай. 19 сундуков осталось, ребят. 19 сундуков. 19 сундуков. Так, 3 гема. 17 сундуков. Ну, попрет нам еще немножко. Или не попрет-то, елки-палки. Так. Давай, давай, должно переть. Еще одну, раз такая пьянка пошла. Нет, не дает. Не дает. Давай, 10 осталось. Ну, все равно, в любом случае, это удачный, скажем так, у нас роллинг, открытие боксов. Ну, давай, еще одну. Так что, как бы, нам жаловаться, ребят, понимаете, не на что. И не на кого. Так что все, надеюсь, будет хорошо. Спайк. Интересно, мне спайк выпадет или не выпадет? 1000 лайков, ребят. 1000 лайков. Но! И последний. Так, ладненько, посмотрим, что у нас там получается. Бойцы. Так, так, так. Что у нас со спайком? Спайк. Раз улучшить, два улучшить. Теперь смотри, мы заходим вот сюда. Забрать, прокачиваем, наверное, спайка. Да, очки силы получат спайк. Забрать, 50 монет. Так, и скоро тут парень заберет Бо. Бо хороший бравлер. Мне нравится. Так, подожди, я не туда тырку, давай-ка. Возвращаемся к спайку. Улучшаем. Давай, Мортис, тоже у нас новенький на данном аккаунте, его тоже улучшаем. Мы сегодня выбили и мифик, и Легу, ну, прям вообще, я доволен. Я доволен за своего подписчика, игрока под ником MDAYT. Спасибо вам огромнейшее за просмотр, не забываем подписываться, ставить лайки, побольше вам Лег,
Да прям чтоб на халяву. Всем пока, ребят.